Таков нынешний облик колледжа Бурабай. Большинство техники устарело. До цифрового формата здесь тоже еще далеко. В настоящее время здесь обучается около 200 студентов, готовящих специалистов по 6 направлениям. Основной акцент сделан на железнодорожной направленности. С 2005 года мы работаем с филиалом «Акмолинская железная дорога». Значит, работаем по дуальной форме обучения, 100% бесплатная практика, частичное трудоустройство, ну и мастерские, большие мастерские и новые мастерские, которые есть у нас на Акмолинской железной дороге, используем мы 2 раза в неделю, у нас там практические занятия. Это студенты Кокшетауского строительно-технического колледжа номер 1. В прошлом году здесь была обновлена техническая база в рамках проекта «ЖАС Маман». В настоящее время в учебном заведении обучается более 700 студентов по 6 специальностям. Вы без внимания не остаетесь, но вот в любом случае надо сдвинуть. Раз есть потребность, вот сегодня мы были в колледже в одном, там 100...